видосику влепи, комментарий напиши и подписку жми, а в ответ привет лови. Станет нас 3 миллиона. Три лимона, желтеньких лимона. Мяу, мяу, миллиона, мяу. Привет, ты на канале Magic Pets, я Эйвен. А я Пси, Юмичу-Пси. Я Миша Лайк. А я Софи. Короче, ребята, у нас сегодня будет челлендж. Кто первый выберется из лабиринта тюрьмы? Киса Алиса с нами будет участвовать. Определим, кто быстрее, прям по секундомеру. Ну а сейчас у нас к вам просьба, ребят. Внизу в описании есть ссылка. На канале Magic Family новое видео. Очень классное. Но с Ютубом какие-то проблемы. Если и дальше на канале Magic Family будет такое продолжаться, нам придется закрыть канал. Поэтому, ребята, мы очень вас просим. Сходите потом, посмотрите новый ролик. Поставьте на нем лайк и напишите комментарий. А завтра выйдет еще одно новое видео, тоже на Magic Family. И мы все вас очень просим поддержать наш канал. Иначе нам придется с ним попрощаться. Пожалуйста, ребят. Ну что ж, а теперь к нашему челленджу. Кто быстрее выберется из тюрьмы? Тот получит целую гигантскую новую коробку корма Платинум, которую недавно нам доставил наш Платинум Охот. Прямо к нам приехал. Да, крутяк. А что киса Алиса получит? А киса Алиса тоже получит целую коробку вкусняшек. Ура, ну что, погнали выполнять наш челлендж. Хочу выиграть Платинум. Итак, я первый должен справиться с лабиринтом тюрьмы. Так, для начала надо все тут изучить, посмотреть, какие здесь есть ходы, какие варианты, какие у меня есть возможности. Может быть, я сразу обнаружу какой-нибудь выход. О, кажется, я придумал. Может быть, мне попробовать выпрыгнуть, перепрыгнуть его? Нет, видимо, он слишком высоковат. Так, а в этом углу у нас что? Может быть, здесь высота у него разная или везде одинаковая? Так, похоже, что я вообще запутался, где я. Так, надо еще раз попробовать все-таки подпрыгнуть повыше и встать на задние лапы и посмотреть, что тут у нас вокруг. В принципе, я достаточно прыгучий и, возможно, у меня получится перепрыгнуть. Нет, видимо, не получится. Ну-ка, а тут? А что тут? Я все равно перепрыгну на другую сторону лабиринта. Нет, так не работает, кажется. Что ж, есть вариант попробовать пролезть под лабиринтом. Он шевелится. Это уже неплохо. Если бы у меня была бензопила, я бы просто пропилил проход и все. Или молоток, например, какой-нибудь, я бы пробил дырку, как в настоящей тюрьме делают туннели. Ну или на крайняк хотя бы ножницы, чтобы разрезать его, потому что все-таки это пластик и, скорее всего, не слишком толстый. Так, я трачу время зря. О, кажется, я кое-что заметил. В некоторых местах лабиринт, если его покачать, приподнимается, ножки не полностью стоят на полу. То есть, если с одной стороны хорошенько покачать и надавить, то с другой стороны он приподнимется. Кажется, это неплохая идея. Я его с одной стороны отпущу, с другой приподниму, и получается, там, где приподниму, снизу пролезу. Это почти что подкоп. Так, вот с этой стороны надо хорошенько надавить. Он уже покачнулся, значит, там он сейчас приподнимется повыше. Сейчас нужно подсунуть голову, морду и попробовать отсюда вылезти. Ай-яй-яй, кажется, он меня сейчас прибьет. Нет, так не пойдет. Надо выше поднимать. Мне кажется, дыра получилась недостаточно большая. Надавить вот тут все-таки посильнее. А теперь пойдем посмотрим. Отлично, кажется, проход стал намного шире. Готово, да я просто гений, надеюсь, я буду быстрее всех. Так, ну что ж, посмотрим, что тут у нас за лабиринт такой. Подкоп тут точно не сделаешь, потому что пол твердый. Так, может попробовать выпрыгнуть? Похоже, как-то высоковато. Проще, наверное, найти лазейку под заборчиком. Или же выбрать, откуда удобнее будет выпрыгивать и куда. Ну-ка, изучу, из чего этот лабиринт? Пластиковый. Может быть, можно его просто сдвинуть? Что-то я не понимаю. Как лучше выбраться? Эта пластиковая тюрьма сводит меня с ума. Одни углы прозрачные, непонятно, где она кончается, а где начинается. Хотя, стоп, границы все-таки видно, не такая она прозрачная. Что-то мне подсказывает, что нужно подлезть прямо под ней. Так, но не тут точно. Что ж такое, я уже заблудилась тут. Может, ее надо подвинуть? Но что-то не очень она хочет двигаться. Так, нет, надо найти все-таки место для прыжка. Нужно, чтобы было куда выпрыгнуть. Какая-то поверхность выше, чем сама тюрьма. Потому что подпрыгивать и падать на твердый пол не очень-то приятно. Можно себе всю морду так разбить. Да, пожалуй, прыгать буду отсюда. Или все-таки найти уголок с дырочкой, приподнять и пролезть. Или раздвинуть стены. Нет, не получается. Ладно, что я как слабак? Я же кота-монстр, я должна что-то сделать, не могу же я проиграть. Я кота-монстр, а это значит, что я круче, чем собаки. Я вообще должна без труда выбраться из этой тюрьмы. Мне кажется, или проходы в лабиринте сужаются. Или это я толстею по пути, может я от нервов толстею. Может это у меня газы скапливаются от нервов и раздувают меня. Может мне надо попукать, и тогда я проще буду проходить через эти проемы.
Так, о чем я думаю? Мне нужно отсюда выбираться. Какие еще газы? Ай, дурацкий мозг. Отвлекает меня от важной задачи. Так, еще раз, киса Алиса, сосредоточься. Под лабиринтом не пролезть, сил поднять его нет. Сил раздвинуть стены тоже нет, между ними значит не пролезть. Лабиринт никак не передвигается. Единственный выход это выпрыгивать, перепрыгивать препятствия. Не могу же я проиграть пёселям. Надеюсь, никто быстрее меня не справится с этой задачей. Как они справятся, они же прыгать не умеют. Хотя покемон Юмичу умеет прыгать. Она-то прыгучая. Но все равно она не может быстрее меня догадаться. Так, все, хватит думать и терять время. И прямо не думая ни о чем, просто берем и выпрыгиваем. Давай, кота-монстр. Давай, а то проиграешь, ты же не хочешь проиграть. Раз, два, три! Блин, с этого надо было начинать. Так, ну что ж, я София, суперсобака. И я должна справиться с этой задачей быстрее всех. Выбраться из пластиковой тюрьмы лабиринта. Жалко, правда, мы не знаем время остальных участников. Тогда можно было бы соревноваться и торопиться. А так получается, фиг знает, насколько я быстрее других. Ой, но, наверное, сидеть точно не имеет смысла. Время зря тратить нельзя. Так, ладно, интересно, какие выходы из этой тюрьмы придумали другие участники? Хотя какие другие участники? Эйвен был первый, потом киса Алиса, а теперь я. Юмичу и Миша попробуют позже. А, я поняла! Надо по-любому торопиться, чтобы быть быстрее всех. Офигеть, я мега умная. Так, мега умная Софи, давай, ты супергерой, включай свою собачью голову. Что можно сделать с пластиковой тюрьмой лабиринтом, чтобы отсюда выбраться? Съесть? Нет, не очень идея. Для того, чтобы подлезть под ним, я слишком жирная. Это у меня точно не получится. Но зато я сильная. Попробовать его толкнуть? Да, получается, но сколько я буду его так толкать, и куда толкать, и зачем толкать? От того, что я буду его толкать, ничего не изменится. Перепрыгнуть его я тоже не смогу, потому что настолько высоко прыгать я не умею. Я себе при приземлении все пузо разобью. Зато я обратила внимание, что между некоторыми стенками есть такие промежутки. Они как бы соединяются, но между стенками есть дырки. И по сути, можно попробовать просочиться в эти дырки. Надо как-то этим воспользоваться, только как? Думай, давай, думай, Софи. Тюрьма явно покачивается, она явно шевелится. То есть она неплотно стоит на ногах. Но внизу у меня никак не получится просочиться. Я пытаюсь, ну только нос разве что могу просунуть. Так, что же делать, что же делать, как же быть? Что у меня сильное? Лапы у меня сильные, тело у меня сильное, голова у меня сильная. Что у меня самое сильное? Лучше всего у меня нюх. А значит, нос у меня самый сильный, да, точно, прекрасная логика. Нос у меня сильнее всего. То есть мне нужно проткнуть дырку носом. Но проткнуть дырку носом в обычной стене полностью я не могу. Зато вот проткнуть носом вот этот вот промежуток между двумя стенами и попробовать туда просунуть голову, я, в принципе, могу попытаться. Я просто гений, это великие расчеты. Только теперь надо найти то самое место, где стены слабее всего. Лабиринт уже покачивается, это все благодаря мне. Может, вот тут, вот в этом углу? Нет. Вот в этом? Нет. Я не поняла, как я уже успела поправиться, пока в лабиринте нахожусь? Я же даже ничего не ела. Так, значит, нужно выбрать этот угол. Мне кажется, он самый слабый. Надо чем-то его расширить, у меня же даже никаких предметов нет. Дополнительных придется лапами и носом. Внизу, внизу, нет, внизу так до сих пор не пролезть. Но тюрьма уже покачивается, может быть у меня и снизу получится пролезть. Хотя, ладно, не знаю. Надо что-то, надо чем-то расширить этот промежуток. Чем же, Софи, давай думай, голова. Нет, все-таки носом. Блин, может быть другую дырочку найти? Кажется, я себе запила, отлично, еще лучше. Теперь я не в лабиринте, а просто в квадратике. Да, это еще похуже тюрьма, чем лабиринт. Так, так. Ты можешь, я в тебя верю, я в себя верю. Главное, поддерживать самого себя, если больше некого тебя поддерживать в этом мире. Так, не получается, зато он покачивается. Ты что же такое придумать, как же мне расширить этот промежуток? Так, кажется, я поняла, я же говорила, что я гений. Нужно просто продолжать и не останавливаться. Вот что нужно делать, нужно просто продолжать расширять его и не останавливаться. Все, никаких предметов, ничего, никаких других лайфхаков. Просто продолжать, просто не останавливаться. Это самое главное в нашей жизни. Не сдаваться, не сдаваться, не сдаваться, не сдаваться. Никогда не сдаваться, это самое главное. Может, все-таки сдаться, никогда не получается. Нет, нельзя сдаваться, нельзя. Ура! И я даже пролезла, даже со своей толстой попкой. Офигеть! Я покемон Юмичу. И сейчас мы быстренько с этой пластиковой лабиринтом тюрьмой разберемся. Я точно знаю, что я буду делать. Я буду выпрыгивать из нее. Не знаю, пробовал ли кто-то за меня такой способ побега из этой тюрьмы, но я точно попробую. Правда, тут тяжеловато, потому что очень высокие стены, и разгон взять никак не получится, потому что места практически нету. Так что прыжок будет тяжелый, пожалуй, надо к нему подготовиться. Может, какой-нибудь другой способ придумать. Так, для начала изучим части лабиринта. В этой комнате, если я встану за ней лапы, попробую размахнуться для прыжка, нет, не пойдет. Вот в этой комнатке, нет, тоже не очень. Значит, нужно выбрать какое-то другое место. Вот неплохой уголок, вот здесь можно попробовать прыгнуть. Хотя на самом деле высота стен везде одинаковая, может быть, я туплю, и можно прыгать везде, где угодно. Но, пожалуй, я попробую отсюда. Хотя, может и нет. Интересно, как быстро справились остальные? Вот отсюда точно надо прыгать, вот туда, на кресло прыгать.
прыгать, что-то мне не получается. Слишком много места, совсем негде разогнаться. Может, все-таки отсюда, но это значит, надо будет две стены мне перепрыгнуть, чтобы на кресло попасть. Нет, две стены не прокатят. Надо все-таки отсюда прыгать. Так, ну до кресла, в принципе, несколько сантиметров. Значит, мне нужен какой-то разгон. Неужели возможно просто взять и прыгнуть с места? Киса Алиса бы, наверное, смогла. Небось, киса Алиса так и сделала, потому что она кошка, и скорее всего она прыгнула. Невкусная пластмасса. Мне кажется, я начинаю сходить с ума. Мой слишком быстрый покемономозг думает слишком быстро. Я просто подумала, вдруг можно просто открыть этот уголочек и все, и просто пролезть. Интересно, кто-нибудь до этого догадался? Нет, все-таки я покемон, а я, значит, что это я, это значит, что я прыгун, а прыгун, это значит, что я должна прыгнуть. Просто так вылезть у меня не получится, потому что у меня ничего другого не получится. Так, если честно, мне кажется, я слишком сильно паникую, но я пока просто не понимаю, как мне спрыгнуть с одного места. Надо взять и представить, что мой хвост это типа вертолет, типа лопасти вертолета, типа крылья. Размахивать им, и тогда он меня поднимет. Нет, фигня, я же не птица, я не смогу взлететь. И не кенгуру, чтобы хвостом отталкиваться, мне нужно оттолкнуться ногами. Но для этого ноги должны быть очень сильные, чтобы оттолкнуться так, чтобы так высоко взлететь. И я должна быть очень легкая. Ну, в принципе, я-то и не очень толстая, значит, я легкая. Ноги у меня достаточно сильные, значит, прыжок все-таки возможен. Я же вот так могу долго стоять. Привет, Юми, что пытаешься сделать? Ты что, киса Алиса, правила челленджа нарушаешь? А что это нарушает-то? Нельзя, пока один участник выполняет челлендж, заходить. А, да, что, правда? Я не знала, сорян. Мне просто смешно, как ты мутишься и не можешь выбраться из тюрьмы и не можешь выпрыгнуть. Ничего смешного в этом нет, ты тоже проходила челлендж. Да, но мне смешно, как ты долго это делаешь и не можешь сообразить, потому что я умнее тебя. Это неправда. А вот и правда. Нет, как сейчас прыгну? Давай, давай, удачи тебе, Юмичу. И вообще не мешай, у меня время идет, я, может быть, вообще тебе побежду. Ага, удачи. Так, сейчас я соберусь с мыслями. Что-то страшновато, так страшно. Ладно, сейчас, секунду, собираюсь с мыслями, сейчас у меня все получится. Покажите повтор. Вот это да, а я не задела. А я не кошка. Так, я в лабиринте. Это пластиковая тюрьма. Кто выберется из нее первым, челлендж? Интересно, все ребята выбрались? Потому что я вообще, если честно, не очень понимаю, что мне надо делать. Интересно, из нее вообще можно как-то выбраться? Я такие вещи сложно понимаю, потому что у меня я не такая умная, как все остальные. Вот, хотя мы за ней тренируемся, но иногда у меня отключается мозг, и я очень боюсь, и поэтому, ну, не то чтобы боюсь, я просто начинаю суетиться и не понимаю, что от меня нужно. Вот, но ребята объяснили, что нужно как-то отсюда выбраться, а мне даже в голову не приходит как. Что можно сделать? Например, наверное, можно выпрыгнуть, но так высоко прыгать я не умею. Наверное, можно сдвинуть ее, но она такая достаточно большая. Разве ее можно сдвинуть? Наверное, нет. Наверное, можно сломать ее, но чем я слабая, и мне нечем ее сломать. Может быть, можно проползти как-нибудь под ней, но тут уже пол твердый, и никак не проползешь под ней. Я даже не знаю, что еще можно сделать. Видимо, отсюда невозможно выбраться. А это может быть правильным ответом на вопрос? Интересно, если челлендж выберись из пластиковой тюрьмы, лабиринта, а я отвечу, что это невозможно, это будет правильно? Или все-таки кто быстрее выберется, тот победил? А если я вообще не выберусь, я совсем проиграла? Или все-таки я тоже какое-то место займу? Наверное, никакое. Наверное, я совсем проиграю. А что же делать? Я совсем не понимаю, что можно сделать. Наверное, проще сдаться. Я Миша Лайк, и я сдаюсь. Я не смогла выбраться из тюрьмы. Вот. Ну что ж, судя по итогам, победил я. А я третья. А я вообще четвертая, киса Алиса вторая. А Миша вообще не играла. Миша играла, просто проиграла. Да. А я пошел есть свой любимый корм платинум. Ребята, переходите по ссылке на канал Magic Family, обязательно смотрите ролик, потому что нам нужна ваша помощь, иначе каналу конец. Пожалуйста, помогите, ссылка в описании внизу. И там еще завтра будет новое видео. Нужны ваши лайки, комменты и подписки.